Я только хотел сказать про Да нет, утром встаю, молюсь, благодарю Господа, что я встала. Но все равно платочек. Знак для ангела вашего. Знаете, что Господь позаботился, что у вас нельзя. Он вас помнит. Бог. И помоги нам, Господи, столько много награды. Ну, внукам еду, Господи. Внукам же, дочери, внукам. А вот дочери, подарки, вот так у нет, у вас там есть. Ага. Там заряжено. Хорошо. Идите уже, что у вас задержало. Ничего страшного. Спаси Христос нас, спаси Дима. Читайте, молитесь. Обязательно читайте.
есть? Обязательно читайте, обязательно. Святой Евангелие бесплатно возьмете? Да, возьму. У благословения патриарха Кирилла. Там есть еще такое, я вас возьму. А, это на любой вопрос, получите ответ. Со всем миром будете общаться, поэтому советую. Спасибо, Христос, вас вопросы. Кирилл очень правильный. Патриарх Кирилл? А все, кто крещенные правильно и верят в Иисуса Христа, это святое наследие Божие. Если мы наследие, простые люди, не патриархи. Машина, это машина. Уже, наверное, что... Идите сюда, пожалуйста. А ему никто не преклоняется, нет? А Господь, да, знаете, что тут написал? Вот это написал. Вы их слушайте, а почему... но не живите по них, нет, по его. А почему он не может тогда, если он нас призывает православие Божие, почему он не может следовать вот этим заветам? Что, не укради, не укради там, допустим, естественные. Да, да, да. Вы правы, да. Но речь идет о том, что Господь сказал, вы их слушайте, но по их делам не поступайте. Они говорят правильно, по слову Божию. А сами делают по-другому, я их буду судить. И вы же будете. Так, я получается так, что это двоякость, как получается, этого Кирилла. Через него Бог, да, проводит информацию для вашего спасения. Я понимаю, что он не достоин. Через него он не достоин в том-то дело. Да, да. Так а зачем а он тогда будет судить, сидит на высшем престоле? А Бог говорит, не нашлось, говорит, мне лучшего. Вот он лучший среди худших. Да, лучше. Так мы все, получается, падших получаем. Не все. Есть люди, ну, а как? Которые... Если вы проповедуете вот это, а мы значит, мы проповедуем Слово Божие. Вы мне говорите о человеке мирском. Мирской человек – это патриарх. Это человек, да, 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 просто как вы человек. Я помню Пименов, понимаете, Пименов. Был благороднее. Да, я в 88 году был в Богоявленском соборе, когда тысячелетие крещения Руси. Пименов уже не мог ходить, он сидел на этом. Ну, да. Принимала сердце я ваше. Я принимал. Да, да. Но от Кирилла почему-то я не мог. Ну, видите, в последнее время будет тихо. Гундяев про него. Ну, как, извините, ну, гунтосы, получается, по-нашему. Да, вместо по... можно. Мужчина, можно вам отвечу? Да. Дело в том, что мы в храм приходим не к патриарху, не к священнику, мы же Богу приходим. Да. Мы молимся Богу, Создателю, сотворивши небо и землю. И перед ним мы каемся, даже вот на священник мы идем на исповедь перед священником. Так вот Бог установил такую иерархию. То есть мы должны на исповедь прийти, исповедоваться перед Богом. А священнику дана власть прощать. Он тоже человек, он тоже согрешает. Вот так, потому что нет ни одного, который был бы безгрешен. Вот Иисус Христос. Я вас все понимаю, я Слово Божие понимаю. Ну, а то, что я не поймаю тех людей, которые стоят во главе нас, как бы, понимаете? Мы по своей вот сути... нас, мирских. Послушаем. Мы мирские же с вами. Ну, или это как? Живущие в миру. Да, в миру. Да, живущие, да, в миру, да. В том-то и дело. А этот стоит, он уже ближе к Господу, Кирилл-то, ближе к Господу. Неизвестно. А почему он занимается вот такими вопросами, которые, вот, допустим, вы осуждаете в чем-то? Ну, я наслышан. Вы Библию читали вообще? Всю, ну, конечно, полностью? Как? Ветки зачитали? Особенно в Ветхом Завете неоднократно Господь поставлял царей, которые он допускает эту власть. Не то, что он это хочет, чтобы эти какие-то там грешники или кто-то. Я не слушаю там подряд грешники. Это Бог в суде. Я говорю о том, что если Господь допускает, мы должны со смирением это все принять. А то мы начинаем, этот священник такой, этот не такой, и все, и в концовке остаешься один. Еще вообще вне церкви можешь остаться. Потому что в каждом человеке есть какой-то грех. Я понимаю, да. То есть мы должны смотреть на Христа, и на Его смотреть, и исполнять Его заповеди, и следовать вот за Ним. Прежде чем тебе прийти к этому высокому посту, патриарх, понимаете, ты не должен быть ставленником Путина там или еще кого-то. Я его считаю, это ставленник Путина. Это 100%. Вы поймите, мы проповедуем о Христе. И когда он пришел, допустим, занял после Алексия пост, он давай говорит нам, вот у нас кризис, там туда все, вы нас как бы это, все давайте сплотимся, все давайте сплотимся. Я сразу понял, что это ставленник Путина. Все. Больше смотрите, для меня ничего не смотрите, надо. Смотрите, в слове. И его вот дальнейшие шаги, и которые мы слышим про Кирилла, это 100%, что
То есть не те люди, которые стоят над нами, и Путин, и этот Кирилл Патриарх, не те люди, они нас просто оболванят, понимаете? Мужчина, просто оболванят. Вы исполняете заповедь. Все, больше я это ничего. Истина, Господь, это истина. Это истину я прочитаю еще, простудирую. Вы правильно Но говорите. То, что я сказал, это мои 100%. Я народ, да? Который выбирает всех остальных людей. Правильно. Вы понимаете, мы выбираете. получилось выбираем. Так, что нас вот даже последние выборы нас просто объегорили и все. Просто объегорили. Я согласна с вами. Все. Аминь. Бог им судья. Мне... Визиток полно еще. А, у меня маленькая есть, я нашла даже. Есть. Ну, выделите все, еще запас остался. А вы где трудитесь, Александра Михайловна? Где трудитесь-то? А везде вот так, по кругу. А, по кругу, да? По кругу. Он тебя искал. Да. Где-то принимает, где-то не принимает. Ну, вообще-то все нормально, слава Христу. Слава Христу. Самый сайт в интернете.